Ты с Андреем. Повторная съемка у нас только увеличивает. Точнее, повторный просмотр. Только увеличивает. Давай. Друзья, да, стенд рефери приказывает. Как это такое? Разрядилась колонка. Ну да, она же не в розетку встала. Ну и жилю что-нибудь. Такая вот история. Давай!
Это про мяч по ходу в футболе, помнишь? Добрый вечер. Только Я не знаю, кто там, ну, типа из них евреи, но Венедиктов-то понятно, Гонопольский тоже, судя по фамилии. Гонопольский уже давно работает на канале. На прямом канале. Это этот журналист, который, типа, сын, член Самовара, который, да? И такой, ладно, сейчас. Он на радио Эроби. Он был на радио РФМ. Откуда ты знаешь это все? Он такой специфический чувак. Это этот басист, который, да? Вот это было сейчас. Ну и что дальше? Он проукраинский. Проукраинский? А что он на прямом канале делает? Он в России, но он это прямые, это наш, типа? Тогда понятно. Ну видишь, как бы они ж нашлись. Вальцман и Порох же ж он тоже получается жить, правильно ведь? И продал Украину, правильно? Ну Порох. Правильно ведь? А за всех спасибо. Да ведь?
Да? А что ты слился? Что ты сливаться начал сразу? Чувак, нас уже давно, я думаю, никто не слушает, как бы осознавая диагноз твой и мой. Все уже очень философски должны к этому подходить. Какая у тебя минута? Чего? 56-я? 6 минут до конца. 54-я, ты имеешь? 56-я, 4 минуты. 6 минут до конца или 4? Ну ты деревянный. Ты хочешь сказать, что у нас с тобой 20 минут разбежность матча? А, стой, у меня же 8 минут есть. Все, я тормоз. Сорян. Я просто смотрю, что у меня 11 минут матча. Как-то даже не стрельнуло у меня в голове, что что-то не так. Чем дальше, тем лучше, понял?
руку убери свою. Позорно. Кстати, твоя любимая англичанка в школу вернулась. Какая? Ну, Людмила Дюрина. Которая нас классно очень обсирала. Ви, Ходос, а ты нормальный придурок. Такого не было. Да, а мне так говорил, что ты нормальный придурок. А что она тебе говорила? Вообще ничего. А, ну да, я же забыл, что ты типа всегда что такое был, типа. Сзади! Что ты боишься, я не пойму. Просто я делал хотя бы что-то. Язык у тебя шершавый, понимаешь? Самую малость. Ты типа с декрета вышли? Да. Без второго. У меня двое детей. Что характерно. Не понял. Давай ты мяч! Слушай, да ты
Друзья, готовятся к старту Лига чемпионов. Депортиво сыграет с командой Владимира Чугуева Лапу Лиги Европы. На полях Лиги Европы счет у нас в матче становится 2-1 в пользу команды по-прежнему Хоффенхайм. Осталось играть меньше минуты, последние атаки. И мы узнаем, кто станет владельцем трех очков в этом матче.